для зажжения седьмой ханукальной свечи раввина Республиканского религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григория Абрамовича. Пожалуйста. Это очень торжественный момент, 18-й фестиваль. Здесь есть, наверное, еще люди, которым, может быть, и нет 18, то есть кто родился после того, как фестиваль уже начался. Есть? Да. 18 в иудаизме обозначается буквами «Хай» – «Жизнь». И это очень символично, что «Хай» – «Жизнь», 18-й фестиваль – встретились вместе, потому что у фестиваля должна быть жизнь, как и у кино, как и у еврейства. Кинематография сформировалась давно, а ранние этапы «Беларусьфильма» они тоже сформировались, насколько я помню, в декабре, в районе Хануки, в 1924 году, если не изменяет память. Хануку в нашем городе всегда отмечают с мыслями о том, что есть фестиваль короткометражного кино. И это очень знаково, и это очень правильно. Единственное, о чем я вас всех попрошу, это подняться со своих мест, чтобы вам было видно. Приготовиться к тому, что мы зажжем 7 ханукальных свечей и уехать с фестиваля с мыслью еще одной. Мы зажигаем 7 свечей, и одной не хватает. В каждом фильме, который вы сняли, чего-то не хватает. Но не думайте о том, чего не хватает. Думайте о том, что вы зажгли 7 свечей. Ярких, красивых, замечательных, знаковых. И вы молодцы. Поаплодируйте. Барух ата Адонай Элогеном Хаолам, ашер кишану кицида мицвану леадлик нершили ханука. Благодарю Всевышний, который повелел нам зажигать свечи хануки. Барух ата Адонай Элогеном Хаолам, шааса нисим леавотейну баярим хагей базман. Представим Всевышний, который сделал чудеса для наших предков, и будем надеяться, сделает их и для нас. Хак-хануга самаях. Праздник. И в этом году за главный приз лучший фильм фестиваля будут бороться 15 команд из 10 городов Беларуси, России, Украины и Израиля. Всего лишь я, Нецер Минск. Аплодисменты, Нецер Минск! Мы благодарим Еврейское агентство для Израиля в Республике Беларусь, уважаемых членов жюри, ну и, конечно, вас, участники. 19-й Минский фестиваль еврейского короткометражного кино уже совсем близко. И, возможно, прямо завтра вы начнете снимать свой очередной шедевр. А на этом мы объявляем церемонию награждения победителей 18-го Минского фестиваля закрытой. Большое, большое, дорогие!